трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство финансов рассмотрит возможность полного отказа от бумажных полисов ОСАГО. Такое поручение ведомству дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Представитель чиновника пояснил, цитирую, «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них». Напомню, что электронный способ оформления автогражданки стал обязателен для страховщиков с 1 января 2017 года. Трасса 101. ГИБДД разработала более простой порядок регистрации авто со всевозможными конструктивными изменениями. Как сообщает «Коммерсант», если документ будет утвержден, снимать установленное оборудование автовладельцу не придется. Инспекторы обязаны будут осмотреть машину в течение 20 минут. Еще не более 40 минут предусмотрено для оформления бумаг. Размер госпошлины составит 800 рублей. Трасса 101. Совет Федерации готовит законопроект, который позволяет членам гаражно-строительных кооперативов оформлять гаражи в собственность. Для этого понадобится документ, подтверждающий членство, оплата паевого взноса, техническая документация и бумаги из администрации о статусе земли. Цена вопроса, как ожидается, не превысит 15-20 тысяч рублей. Ветеранам бесплатно. Трасса 101. «АвтоВАЗ» наконец-то может начать выпуск автомобиля, у которого задние тормоза не барабанные, а дисковые. Речь идет об универсале «Лада Веста» и его кроссовой версии. Старт производства авто намечен на конец июня, продаж на осень этого года. Как ожидается, удлиненная «Веста» будет стоить порядка 800 тысяч рублей. Начальный ценник седана сейчас, с учетом скидки, 515 тысяч 900 рублей. В начале лета в России стартует продажи седана «Равон Джентра», который в прошлом году реализовывался под брендом «Део». Стоимость машины составит минимум 630 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит довольно скромное оснащение – без подушки безопасности переднего пассажира, кондиционера и даже АБС. Топовая версия обойдется не менее чем 809 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Хакирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.